Я очень благодарен вам за последние недели и, может, даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших вопросов для нас. Вы знаете, я все чаще и чаще говорю, у нас это просто видно, осязаемо все в связи с отдельными тут выпадами, ну, так называемой нашей оппозиции, не знаю, как ее назвать, я еще не совсем понимаю, как назвать все это, но, тем не менее, это для нас урок. Я больше говорю об уроках, о том, чтобы этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы и Российскую Федерацию, и Беларусь, и по многим-многим вопросам, по которым мы вроде бы не смогли раньше договориться, чтобы мы договорились. И вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться. Мы договорились с президентом России, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел, мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над «и», по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств. А вам спасибо за то, что вы в тяжелую минуту подключились и помогли нам хотя бы в экономике серьезно стабилизироваться, очень серьезно. Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, как основной наш экономический партнер и рынок сбыта, мы же это не прячем, почти половину всего мы продаем в России, она от нас не отвернулась в эти трудные времена. Еще раз спасибо вам.